8 лет назад в поселке Добрый открылся областной геронтологический центр ветеранов войны и труда. На данный момент здесь проживает 154 человека. А сегодня в центре очень торжественный и приятный день. Одна из жительниц отмечает свой 95-й день рождения. Вот только, как оказалось, не всем проживающим в этом центре живется так сладко. О том, какие интриги царят в стенах этого здания, смотрите сегодня в программе «Оперативный эфир» в 19:00.